В день старта нового баскетбольного сезона во дворце спорта «Видное» было особенно людно. Видновчане явно соскучились по домашним матчам нашей женской баскетбольной команды. Торжественное открытие прошло, как и подобает, ярко и красочно. Это как раз такой вот повод показать всей общественности, что мы себя представляем. От самых маленьких, от 7-летних детей и от до профессиональных спортсменов. Вот. Поэтому это такой хороший праздничный повод продемонстрировать нашу работу. Зрителей впечатлило световое шоу, во время которого на паркет вышли юные воспитанники спортивной системы «Спарта НК». Анастасия Усатова – одна из воспитанниц баскетбольной школы клуба «Спарта НК». Этим видом спорта девушка занимается уже 6 лет и в будущем мечтает войти в основной состав команды, чтобы играть наравне с любимыми баскетболистками. Камила Агун нравится. Почему? Ну, она такая, у нее спортивная злость, азарт такая, по ней видно. Перед началом стартовой игры премьер-лиги чемпионата России на паркет вышел первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, чтобы вручить игрокам команды «Спарта НК» памятные медали, приуроченные к 90-летию муниципалитета и Московской области. В женском баскетболе в Ленинском округе «Спарта НК» есть будущее, и мы в это верим. Дорогие друзья, я вас искренне поздравляю с началом баскетбольного сезона. В первой игре сезона «Спарта НК» встретились с московским клубом МБА. Стартовая четверть матча прошла в ровной напряженной борьбе, но в конце второго отрезка видновчанки позволили оппоненткам оформить приличный отрыв – 30-40 к большому перерыву. Однако наши девушки не опустили руки и в конце встречи совершили впечатляющий рывок – 6 очков за 4 минуты до финальной сирены. Очень интересно. Надеемся, что «Спарта» выиграет. Хорошая игра. Нравятся новые игроки, команды. Однако немногочисленная поддержка зрителей, не открывшееся второе дыхание к концу матча, не дали видновской команде шансов обойти москвичек. Итог – 80-90 в пользу гостей. Но сезон только начался, поэтому у «Спарта НК» еще будет много шансов отыграться. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».